Давайте, ребятушки, сыграем в тачдаун. Берем Феникса. Сейчас посмотрим. О, вот они, ребятки. Так, два одинаковых. Все, поехали. Поехали. О, все, тачдаун начался. О, надо быстрее мячик туда бросать. Так, идите нафиг. Нам главное мячик бросить, а не взрывать этих машин, эти самые танки. Ох, нифига, разорвало всех. Так, есть. Хорош. А, давайте еще раз попробуем бросить мячик. Опа, идите нафиг, надо нам перевернуться быстрее. Есть, ну прикинь, второй раз у нас победа. О, побежали быстрее, минута вообще до заканчивания, до конца раунда. Так, бросаем туда, опа, хорошо, они-то не сильно большие. О, победа, есть, хорошо, здорово. Сами танки, они маленькие, поэтому мы их легко через них перекидывать. О, здесь уже посложнее будет Катюша. Смотри, у нее сверху какая штука большая. Ой, у меня этот еще. А что такого напарника мне дали, какого-то маленького? Вот, маленький напарник здесь вообще не в тему. Блин, смотри, что они творят. Вот, началось, ребят. Так, напарника моего уничтожили. Ах, давайте ремкомплект этот возьмем. Это же мой ремкомплект, кстати. Ой, я сейчас попробую их загасить. О, давай, бросаем. О, перекинем, есть, одного взорвали, следующего. Ты давай, толкай, я этого буду взрывать. О, есть. Так, все, победа. Здорово. Поехали дальше. Так, давай, едем. Надо быстрее стараться. Сейчас такая же канитель, они опять-таки перевернулись. Зараза такая, смотри, что творят. Ладно, я сейчас здесь встану. Буду их гасить. Ё-моё, нам нужно подлечиться срочно. А вы что такие упыри, а? Смотрите, они сильные. Ё-моё, нет, сейчас нам будет тачдаун. Ё-моё, всё. Как они могли нам перевернуть через наши танки? Так, всё, надо быстрее двигаться. Чё я стою на месте-то, алё? О, давай, попробуем перекинуть сейчас. Ёлки-палки. Что ж ты будешь делать, Катюша? Ну, давай, есть, сейчас перевернем. Так, напарник мой взорвался, мне нужно подлечиться срочно. Так, овертайм, следующее очко победное. Ё-моё. Давайте, вот, я его взорвал, ребята. Блин, он нам же сейчас его дотащит, нет. Нет, мне нужно взрываться срочно. Давайте, взрывайте меня уже быстрее. Есть. Хорошо, сейчас я его буду толкать. Толкать мячик. Опа! Да ё-моё, смотри, не дает мне толкнуть. Ничья, 1-1. Ну ладно, хотя бы ничья. И то хорошо. Так, дальше пошли. Ох. Того, маленькие танки, у нас есть вероятность, что мы забросим им мячик. Вот, тем более у нас титан. Надо быстрее спешить. Опа, да что вы делаете, а? Так. Так, давай я буду их подогревать немножечко, взрывать. Все, я пошел на вооружение. Так. Зараза, смотри, что творят они, а. Так, одного взорвали, следующего. Так, все, следующий взорвался. Вот, все, я сейчас буду толкать мячик. Мячик надо толкать. Ты куда? Нет. Ё-моё, смотри, что они делают. Опа. Так, ладно, я сейчас вас... всех поджарю. Во-первых, тебя. Все, есть. Этого я взорвал. О, нет. Ну куда ж ты поехал, зараза такая. Блин. Я его не могу, конечно, убить. Сейчас будут этого убивать. Давайте, взрывайте меня уже, взрывайте. Нет, мне лучше взорваться. Да что ты будешь делать, а? Овертайм.
Так, есть, один взорван. Так, второго взрываем. Всё, сейчас я буду толкать мячик. Ты мячик должен толкать, а не стоять там, дурачишка. О, нет. Не надо его сюда. Так, я тебя взорву когда-нибудь, а или нет? Эх, опять ничья. Играем в тачдаун, лига испытаний. Ох. Так, вот у нас противники. Так, кто же со мной будет сейчас? А, тоже маленький танк, это плохо, конечно, ну ладно. Так, все, просистел, свисток. Смотри, нам нужно толкать, перевернуть их. Есть, перевернули. И мы забрасываем им мячик. Здорово. Следующий. Давай, поехали. Быстрее. Также мячик нам нужно туда его перекинуть. Так, они нам не дают перекинуть мячик. Почему они сильнее, чем мы? Во. О, давай, перекидываем. Ну, что ты будешь делать-то? А как он так у меня толкает? Я не пойму. Что ты будешь делать? Ну. Так, этого я взорвал. Все. Есть. Теперь вот этого я сейчас взорву. Гада. Есть. Взорвали. Тащим. Ну, давай, затащи его. Мячик. Так. Мне нужно сюда. Давайте. Во-во-во, толкайте его. Смотри, они не могут свой мячик толкать, а я могу. Это что-то такое. Почему они не могут толкнуть свой мячик? А я-то смогу толкнуть себе же, да? А у них какая-то защита мудрёная стоит. Да ё-моё. Блин. Видишь, и здесь я плохо стою здесь. Так, давай, толкай. Да она не толкается. Что за мячик такой, а? 2-0. Победа у нас. Ну, хорошо. Ах, мне нужно эти 5 алмазиков. Они мне пригодятся. Дальше играем. Ух ты, Теслочка. Так, давайте. Саша какой-то. Саша. Давай, Саша. Я не понял, а где секунды? Почему секунд не было? Так. Ё-моё. А слушай, у меня тоже огонь. У меня огонь есть. Если ты такой хитрый. На. Есть. Давай. Есть. Победили. Победа. Так, теперь надо опять им закинуть еще раз. Еще раз закинуть им этот мячик. Опа. Давай. Все. Я тащу. Есть. Победа. 2-0. Вот хорошо. Все, поехали быстрее. Быстрее. Мы должны успеть. Есть. Успеваем вроде бы. Так. Давай, бросаем. Есть. Еще немножечко. Готово. Победная серия. 3-0. Мы победили. Во, наконец-то. Нам дали 5 алмазов. Ну, давай попробуем, может, деньги еще заработаем. Ух ты, Атлас. Что же мне с тобой делать, Атлас? А мне вообще маленький там. Да ё-моё, что мне таких маленьких дают? Там какие-то Атласы, не Атласы, да? Так, во. Молодец, бросаем. Так, смотри, какой сильный, я не понял. Так, ладно, я сейчас буду жарить их. А все уже. Нам закинули. Да, ну они выиграют, наверное, 100%. Если уже такое начало у нас. Да ё-моё. Так, я там кого-нибудь вообще обжариваю. Нет, есть. Есть, одного убили, уничтожили. Ах ты гад такой вонючий. Ладно, я буду сейчас вот этого мочить. Отсюда их. Обогревать немножко. Так, есть. Ну, а ты чё не притаранил его? Я здесь занимаюсь. Ты давай этот мяч тарань сюда. Ёлки-палки.
Во, молодец. Притаранил мячик. Так, ты меня взорвали. Ну все, теперь я мячик буду таранить. Он как раз у меня сейчас с этой стороны будет. Мячик. Опа! Нифига! Давай, давай, есть. Перевернулся хотя бы немножко. Так, этого мы уничтожили. Так, поражение? Да в смысле?